Вертолет со спасателями отправили на помощь туристам, которые несколько дней назад отравились в путешествии на севере Камчатки. На борту воздушного судна сотрудники Карагинского филиала поискового отряда Центра обеспечения действий ПГО и ЧС и медработники. Ранее из Паланы к туристам выдвинулась наземная группа спасателей. Как напомнили в региональном управлении МЧС, эвакуация необходима путешественникам, которым стало плохо в походе еще 8 апреля. Тургруппа следовала по маршруту Палана-Ключи, но по дороге как минимум 4 человека из 7 почувствовали недомогание с признаками отравления. Один из пострадавших не мог даже передвигаться. Руководитель группы дозвонился в единый ситуационно-мониторинговый центр и рассказал о случившемся. В тот же день к пострадавшим на вертолете отправились спасатели и медик, однако найти туристов помешали снег с дождем и плохая видимость. Продолжить поиски на следующий день не удалось по этой же причине. Сегодня, 10 апреля, спасатели и медики снова выдвинулись на поиски захворавших туристов. Добавим, по информации телеканала, в составе группы 2 жителя Камчатки. Остальные участники путешествия – гости из Москвы, Московской области и Петербурга.